Габдулла Тукай в саду знаний. Будем радоваться счастью, насаждая знания сад. Пусть на нас не только люди, черти с завистью глядят. Пусть взойдет к восьмому небу слава доблестных татар. Ниспошлет Аллах навеки им священный счастье дар. Пробудившись, ужаснемся, чтоб скорее наверстать все упущенное в спячке и на путь прогресса встать. Пусть другие государства не считают нас за скот. Устремимся без боязни, но с решимостью вперед. Доказательства представим, что достойны жизни мы, чтобы спорить перестали с нами чуждые умы. Пусть увидят, что на свете еще булгары живут. Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут. Постараемся журналов больше разных выпускать, победить войска упрямства и невежество сломать. С каждым днем газет, журналов будем больше издавать, чтоб татарам славу в деле просвещения снискать. От газет на свете польза подтверждалась много раз. Если будем жить как люди, не минует счастье нас. Слава Богу! Пробудились века нового творцы! Мы, хозяева, возводим просвещение дворцы! Силы нации молодые взялись нынче за перо. Горе, муки и терзанья — это нынче все старо.